Швейцария будет представлять интересы США в Венесуэле. Американские власти достигли соглашения с Швейцарией о том, что диппредставительство этой страны будет представлять интересы США в Венесуэле. Госдепартамент США сообщил, что в условиях разорванных дипломатических отношений между США и Венесуэлой представителем американских интересов в стране станет Швейцария. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает Интерфакс Украина. Отмечается, что накануне Швейцария и США подписали соответствующее соглашение. США выражают глубочайшую признательность Швейцарии за то, что она согласилась взять на себя эту важную функцию и помогать американским гражданам, говорится в сообщении Госдепа. На данный момент соглашение еще не вступило в силу и гражданам США не рекомендовано приезжать в Венесуэлу, а тех, кто там находится, призывают покинуть страну. Пока это соглашение не вступило в силу, находящиеся в Венесуэле граждане США, которым требуется срочная помощь, могут там, где это возможно, обратиться в посольство и консульство США в соседних странах, отмечает ведомство. В середине марта венесуэльские власти заявили остающимся в стране американским дипломатам о необходимости покинуть страну в 72 часа. Напомним, в конце января президент Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США и велел американским дипломатам покинуть Венесуэлу. В Каракасе остался небольшой контингент, задачей которого было ведение переговоров об учреждении миссии интересов. Эти переговоры не увенчались успехом. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.